Она работает? Да! Это, по-моему, самое жесткое, что у нас было в проекте, да? Любая машина. Конечно, брат, на каркасе едем. Это вообще дикое, блин. Как тебе ускорение, брат? Вообще жесть. Я не из тех людей, которые, знаешь, чуть-чуть на более мощной там машине поездили, чем Жига. И такие, как она едет. Нет, каталась и на GTR, и на многих тачках. Но эта машина реально захватывает дух. И внутри, знаешь, такое вот, сжимается. Короче, тачка очень прикольная, тем более за те деньги, за которые мы ее выхватили. Ребята, знаете, это реальная ситуация, одна на миллион. Да, иногда мы берем всякие ведра по 5-6 тысяч рублей, неинтересные, чтобы заработать денег. А иногда реально попадаются вот такие варианты, которые просто смотришь и, знаешь, потом люди спрашивают: Ваня, а это что, постанова? Невозможно купить эту тачку за эту сумму. Все возможно, друзья, возможно все, главное верить. И вот то, что в нашей жизни происходит, вот эти все машины, эти все суммы, это все правда. И подытожил тупо, наверное, но я не знаю, я даже ее продавать не хочу. Хочется ее оставить себе, потому что, ну да, типа заработок, но такую машину мы не найдем. Короче, на Субе потерялся номер, когда мы с Фиником гонялись. Вот номер сделал. Вот он. Забрал, еду к Субарю на метро, как богатый человек. Сейчас мы ее запустили, хотели чуть поехать. Скачали приложения всевозможные, все в мире, чтобы замерить до сотки. И она начала стрелять, а сейчас не запускается. Мы думаем, проблема в свечах. Я уже позвонил, узнал, сколько стоят свечи. Свечи стоят 1003. Заливает, бензин воняет жестко, чувствуешь? Как у меня сядет новое? Сейчас запущу. Давай мы столкнем. Если ты ставил или ставишь на спортивные события, но все без толку, тогда тебе нужен сервис iRace. Это уникальный сервис по заработку на спортивных событиях, при котором может поднять деньги абсолютно каждый, без каких-либо знаний в спорте. В iRace все очень просто. Вводишь банк, с которого хочешь начать, аналитики расставляют его среди выбранных событий, а ты получаешь деньги прямо на аккаунт. Пока я лечу к Ване на помощь, результаты сервиса просто поражают. Аналитики всего лишь за 100 дней принесли более 200% прибыли. С ума сойдешь? Прибыль начисляется прямо на аккаунт и порой достигает 6% в сутки. Регистрируйся прямо сейчас, зарабатывай вместе с iRace и выводи кэш в любой момент прямо на карту. При регистрации введи промокод Синдикат и получи скидку 25% на услуги сервиса. А ссылка, как обычно, в описании. А сейчас немного магии от Русика. Я максимум вспотел. Но она не завелась. Для жопы, бесполезно. Что делать? Толкать до дома. Все, выключай, что ты. Братья-субаристы, вы где? Может быть, поможете? До свидания. Она у нас постояла сколько, 2 дня? Она запустилась. Потом что-то... мы также же ее запускали. Она переделала, стрелял, я просто ее раздрочил. А сейчас это... Сейчас я ее заглушил зачем-то, дебил. Я теперь тебя буду называть раздрочитель Subaru. Поменяли масло на старом бензе и на старых свечах начали что-то гоняться. На самом деле это тупо. Пожалуйста, хоть кто-нибудь. А я знал, что у тебя нету друзей. Да, брат. Она что-то простреливает опять жестко. Я ее заглушил, не могу завести, бензином прям пахнет. Что это, может быть, свечи залил? Поршень развалился. Поршень развалился? Короче, от детона мог поршень развалиться. Бля. Здорово, Вань, что делаешь, блин? Здорово, ничего. Слушай, а ты не мог бы нас оттащить, а Subaru не заводится?
Итак, про хондоводов куча мифов. Почему? Спойлер, у тебя вот такого цвета. Вот сука. У тебя пиздец, как масло капает. Это масло? Если это масло, то это поршень. И, по-моему, оно даже свежее, кстати. Ну, оно прозрачное. Это потому что мы поменяли масло. Интересно, почему оно тогда здесь, а не в моторе? Сильно, нет? Ну, нормально, прилично. Ну, вон там, вот видишь, лужа то же самое, это было масло. Я предлагаю его здесь бросить, в лучших традициях Топ Гира, и поедем, да. Ничего страшного, это масло. Нормально, ты доедешь. Все плохо, там масло, как бы. Мы посмотрели, вердикт ясен, как бы, на смысл. Давай, давай, давай! Быстрее! А ты быстрее не мог ехать чуть-чуть? Нет, у нас трос мягкий, бля. Главное, чтобы стул мягкий, братан, не был. Все, особо кончилось, походу. Мне кажется, ты его задолбал. Ой-ой. У меня есть брат родной. А был бы Руслан, сейчас бы просто кунь-джигу взяли, что угодно, как разгнались бы 150, и начали бы запускать, она бы запустилась. Даже если бы вкладыш был бы провернут. Едет 10 км в час. Ты так задолбал, ты можешь ехать аккуратно? Ты можешь чуть побыстрее ехать? Короче, одно из двух. Либо что-то подделаем, она запустится, и все будет нормально, либо мотору хана, и все. И тачку мы также продадим 1025. Почему так всегда? Думаешь, блин, такую тачку купили, сейчас мы ее так запустим, погоняемся, продадим, желающих просто отбоя не будет. Мы поменяли масло, жидкости. Блин, я думал, все окей, типа, мы бензин залили, она проработалась, и все окей. Там, видишь, там, получается, капало из пробки, ну, из сливной, ну, и да. Фильтра масляного, возможно. 3 года стояла машина там. Даже любой провод, любой контакт мог просто отгнить вообще спокойно. Почему сразу не посмотрели? Почему, как всегда, типа, увидели, давайте быстрее гоняться? Ничего себе не подсняли толком, кроме как я злился. Ну, не вставляй только это. Привез брелок. Думаем, что дело в сигналке. Нету искры. Короче, вот после гонки резко пропала искра. Не знаю, как вообще такое могло совпасть. Видите, горит красным. Типа, что тачка на сигналке. Ну, это точно же сигналка, да? Ну, скорее всего, да. А жизнь боль, когда искры ноль. Там по-любому стоит радиореле на искру и на топливный насос. Раз у нас пропала искра, значит, нужно найти радиореле, которое идет на управление искрой, катушкой. А ты шаришь в этом? Вообще, блин. Давай. Искры нет, все. Спасибо, спасибо большое. Мы не знали, что это возможно. Что невозможно, я возможно знаю точно. Положить Субару так неосторожно, понимаешь? Смотри, мне нравится, что она не гнилая, брат. Вообще вся целка, смотри, он же целый. Каркасе. Нравится? Да. Ты в безопасности первый раз будешь на гонке. Мне нравится. Да, брат. Мне нравится руль и сиденье, могу забрать. Отпиливай. Ты когда приедешь, заберешь турбину, чтобы собрать Супру? Скажи мне. Завтра приеду. Я понял, а то как бы подписчики тут смотрят на тебя как бы. Подключили тяжелую артиллерию, раз, два, три. Паш, мы тебя любим. Поехал. Ну, хоть Паша сказал, что вот эта лампа, она постоянно горит, в принципе, у всех автомобилей марки Subaru подобных. Но решили все-таки, что сигналка раллийной машине ни к чему. Поэтому толстый брат сейчас отвяжет все. Блин, надо было ГТР покупать, мне кажется, за 27 тысяч. Как считаешь? Бля, да. Я думаю, вот этот продается один, недорого. Рыжий. Рыжий. Смеркалось, но пацаны не сдаются. Звоню дяде Петарде. Петарда шарит по Субарям. ГРМ проверили, датчик колена вроде тоже норм, не знаю, но мы его достали, он был, стружка на нем была. Почистили, поставили обратно, свечки вкрутили, компрессия есть. Сигналку отшили. Сигналку выдрали, короче, все обратно вернули в штатные места. Да, прозвонили по сопротивлению. Тогда, смотри, что делать, включи зажигание, вытащи любую свечу. Вытащи фишку с датчика коленвала и попробуй на разрыв, подключай, отключай, искру пробивает.
блядь! Ебать, он же не сказал, что здесь ремень будет крутиться, блядь. Все. Искры вообще нету. Искра слабая. Датчик колена работает. Давай отправим искру в зал, она подключается и станет цельной. Целый день провозили с Субой, уже не один день. И ничего сегодня не сделали, по всей видимости, нужна катушка. Но на самом деле, знаете, хорошие новости, то есть, что это не мотор, что компрессия есть. И я думаю, тачка долго стояла, где-то что-то отгнило, какой-то контакт, и все это нужно смотреть. Вот, кстати, новая турбина на Супра, она не новая, но полный был ее ребилд. И она вообще, посмотрите, прям новенькая, не знаю, видно, не видно. Прям новенькая. Ну что, пацаны, вот она суровая реальность. А на метро в сервис и на метро из сервиса. Едем сейчас на разборку Subaru, берем запчасти, едем в сервис к нашей Subaru, пытаемся ее воскресить. Посмотрим, что из этого получится. До хрена сегодня хотят приехать людей, надо успеть ее запустить. Погнали, едем, кстати, на нашем проектом Passat. Пушка, да? Продается. Человек, наверное, 5 оттормозил нас и сказали, пацаны, у вас колесо заднее левое вот так вот ходит, короче, не знаю. А нормальные люди, наверное, поехали бы в сервис, сделали бы все это, но мы кто, мы психи, поэтому что делаем, брат? Мы едем дальше. Мы едем дальше. Нормально, братва! Сейчас попробуем подкинуть катушку, коммутатор, ну и попробуем завести. А, пацаны из сервиса. У них сейчас нету времени на Субы, поэтому Серега приехал экстренно, экстренно оживлять машину, потому что ее надо уже продавать. Она сейчас будет по воздуху орать. Не, я, короче, тросил. Настолько все быстро, что я не понял, что произошло. Пацаны, не успел среагировать, блядь. Дымите, дымите. Слушай, а может тогда коммутатор сгорел, блядь? Ёптусь. Поняли, в чем проблема, но полторашку мы уже должны. Потому что коммутатор сгорел. Японцы делают вещи, говорили они. Это правда. Это мой, блин. Да. На Феррари, пацаны. Короче, пацаны начали уборку салона. Парни, как вам вообще? Нормально? Нравится тачка? Супер. Ну, почитать есть. Ты привык к моим тачкам, брат? Я, да. После твоих реально ничего не страшно больше. Плавки одевайте, можно, ну, плавать как-то. Стишный мост, давай раскрутим его и будем также смотреть, просушивать его. Ну, там все равно вода есть. Да, вот, плата, да. Ну, переверни, покажем. Короче, пацаны думали, что проблема в мозгах. Бывает, когда заливает и хреновый контакт. У тебя было так на Subaru? Да. Ну, у меня вот. Там этот, у меня датчик какой-то был перепутал. Да, тут все окей, и разъемы тоже целенькие. Благодарим. Как движуха, нормально? Огонь. Короче, пробный выезд показал, что ничего не изменилось, тачка пердит, проект не едет, непонятно что. Сейчас буду пробовать защищать массу на катушке, и вряд ли что-то поможет, но хрен его знает уже, просто проект пердит, не едет. Друзья, время 12 часов ночи, мы в сервисе моего богатого друга, а также смартоводов одни. А катушку Руслан потерял. Просто приехала новая катушка, ну бэушная, в смысле рабочая. А мы не знаем, где она. Просто где-то потерялась в сервисе. Один субарист, а и то, даже я его не знаю, знакомый знакомого, едет к нам, мы его ждем. Он привезет катушку. Одну катушку мы сегодня спалили уже. Ну, кто будет в 12 ночи ехать куда-то, в кому-то в сервис? Не против, да, поснимаем. А это вот туда уже смотрели, доставали? Да, мозг разбирали. Помень. Катушку подъехали. Коммутатор целый. Катушка целая. Управляется два цилиндра, работает. Первый, ага. Второй. Катушка работает первый-второй цилиндр, один канал, на третий-четвертый другой канал. У нас питание приходит на первый-второй канал, а на третий-четвертый не приходит. То есть обрыв цепи происходит между коммутатором и катушкой. Subaru не хочет заводиться. Дешево взяли, поэтому не работает. Аргумент. Короче, пацаны идут в сервис, на такси нам пришлют датчики. Датчик коленвала, распредвала. Мы их поменяем, если она заведется, если она запустится, мы со спокойной душой поедем домой. Отдадим деньги за датчики и все, и Subaru готово. Если нет, то привезем обратно. Что мы привезли, точнее, что привезло такси из другого сервиса? Датчик коленвала.
датчик распредвала и мозг. Мозги. Самая длинная ночь с Субару. Короче, поставили все новое, все рабочее, и искра пропала вообще. Есть подозрение, что проблема в мозге. Сейчас поставим штатный наш стишный мозг и будем пробовать уже проверять искру. Не имеем понятия вообще, что с ней. Проверили, наверное, все, что можно. Ну, что в наших силах и в наших умениях, так сказать. Отогнали тачку вручную и сейчас поедем домой. Завтра машина, точнее сегодня, поедет уже в сервис к Паше. Это тот чувак, который приезжал помогать нам ее реанимировать. Рус, у нас для тебя отличная новость. Теребонькой свою пипирку. Эта падла завелась и работает, прикинь, как надо, не троит, не пердит. После наших неудачных попыток запустить нашу машину, мы же профессиональные механики, один датчик подкинули, второй, третий, мы мозги шарим. Мозги поменяли. Отправимся к Павлу, называйте его дядя Паша, и он расскажет сам, что с нашей малышкой. Пойдем. Что с ней? Ну что у нас машина, она очень долго стояла, в связи с этим окислилось очень много проводков. Проводки, контакт, контакт-проводки, плюс образовались некоторые дыры. Может мыши погрызли, может еще кто. Но часть патрубка пришлось поменять. Начали просто лезть по цепочке. По блоку предохранителей все это промыли, отмыли, разобрали дроссельную заслонку, посмотрели ГРМ, залезли в мозги, в мозгах небольшая окись, все это убрали, все это пропаяли. И вот что-то, вот какая-то мелочь, где-то из всей этой огромной цепочки у нас заработала. И машина стала стабильно и четко работать. Я правильно понимаю, что ты чинил все, и в итоге она починилась? Да, чинили все подряд. Молодцы то, что взяли за 27. Не, я бы ее тоже взял за... Ну, а что нет? Не, подожди, люди пишут, ролин это мой, невозможно. Ну, какая разница, ролин, не ролин, она не на ходу, на аресте, то есть в аресте. Не каждый чувак возьмет машину такую, согласитесь. То есть взяли, реанимировали, перепродали. В принципе, они для этого и снимают этот контент. Они вот работают. Хоть один верит. Получилось забрать такую тачку, с которой мы реально заработаем, станем ближе. Продвинулись в проекте, как хотели и вы, понимаете, чтобы было интересно и так далее. А вы пишете, что нереально. Ну, хрен его знает. Тогда, ну, не верьте дальше, смотрите телевизор. Там, наверное, больше правды. Была лужа под машиной. Это не с мотора, не, там, не прокладки, ничего. Это вот старая резинка в заливной горловине. То есть она, видимо, рассохлась, и оттуда чуть-чуть херачего масла. То есть ее поменяли, и все окей. То есть тачка полностью технически готова. Спускаю. Давай. Она работает. Короче, мой татарский брат сейчас сядет за руль этой пушки и оценит. Мне очень хотелось, мне больше всего хотелось увидеть его эмоции. Погнали. Поехали. А, ты балбуха. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбопушка. Ну чё, у тебя, ты бледный. Охереть, она едет. Ты врёшь. Слушай, реально, у него трусов. Сейчас узнаем, какая тачка едет быстрее. Это стиха и наша гонка за 27 тысяч рублей. Погнали. Walking days, week by week, that will make me wanna drink. Every Friday's I got it, should I really need to quit? I'm not alcoholic. Я бы сказал, вообще как бы... Плохо. Надо... Вырвалось. Белая? Да. When I walk in the bar, all eyes on me. I came to get drunk. А со стороны прыгнули вместе, да? Да. Слушай, ну... Да, ну стихо, блин. Полтора бара. У нас надув сток. 27 тысяч! Делаю вещи, брата.
едет покупатель покупать за 260 машин. Он изначально говорил, куплю за там 250-300. Можно было назвать 300 цену, да, и быть наглыми, но, как говорил Нагана, лучше по чуть-чуть немного, чем много один раз, понимаешь? Поэтому, ну, 260 нас тоже устроит. Знаешь, первое правило машин только в золотые руки, только хорошие. Да, да. Какие у тебя руки, покажи. Хорошие? Ну, в смысле, ты раллист или нет? Я хочу, собираюсь начать ралли катать. Ну, серьезно, вот серьезно, сейчас, без да. прикола, да? Без прикола, да, я хочу очень сильно, мне нужна машина. И, ну, за такие деньги, вот, мне только ваш вариант подходит очень сильно. Ты считаешь, что сумма... По какой цене ты приехал, давай скажи, зритель? Потому что, знаешь, все думают, что постанова, реально. Нет, я в реале сам предложил. В районе от 250 до 300, и поэтому забираю сейчас за 260 где-то. Это никакая не постанова. Я как выпуск первый вышел с Subaru, я влюбился в машину, я сразу написал Ване в Инстаграм, что я готов забрать ее машину. Да, очень сильно дорожит. Потому что я очень сильно влюбился в эту машину. Смотри, смотри. Не волнуйся, нормально. Просто. Но она такая, смотри, либо ты ее, либо она тебя. Ну, я тебе сразу скажу, то есть мы вот ездили. Это право наше. Ну да, то есть ты должен понимать это. Да, я понял. Ты плачешь, что ли, Вань? Да нет, я не плачу. А твой вкус. Ну что, как валит? Ну. Можешь тебя прокатить? Давай. Ты знаешь, что ты покупаешь за 260 тысяч? Ты смотри, что делаешь. Ты делаешь нас ближе к Феррари первой, да? Да, да, я поэтому, я тоже сказал, потому что я болею за вас. Ага. Как бы, я вам... За это дай краба, поэтому, Саня, да. краба. Поэтому я и вас покупаю тачку. Ты готов? Да. Готов? Это вот три передачи. Ага. Бля, просто огонь, братан. У него аж рот открылся. Чисто, просто ракета. Да, да, я оценил уже. Тормоза хорошие. Ну как тебе? Просто огонь, ребят. Ну, эмоции непередаваемые, я не могу их описать, их надо ощущать на себе. Так покажи руки, вот так вот руку выставим. А тебя не смущает, что мы взяли за 27? Нет, не смущает. Ну, тут потому что лучше всего его взяли, чем нежели она 3 года стояла. И еще потом стояла дальше. А где ты в ралли собрался ездить на ней? Посмотрю, буду искать. Насмотрю? Не, буду смотреть, искать. А, соревнования. Смотрю, нет, различные соревнования буду искать. Готовить. Ты ее хочешь по городу или чисто на прицепе как водить? Скорее всего, на прицепе. Дело в том, что у нас есть внедорожник. Если что, у нас есть эвакуатор. Ты первый раз влюбился в девчонку такой, типа, у тебя какие-то бабочки в животе, вот примерно такая же фигня. Брат, здесь. Девушка предаст, а вот это малышка. Это нет, никогда. Как твои родители отреагируют на это? Ну, моя мама, наоборот, знает, что я покупаю эту машину. И, типа, ну, то есть она не против. А я объяснил, отец, наоборот, тоже очень рад, потому что была когда-то такая же машина примерно. Mm-hmm. И, типа, это ну, дать ему вспомнить, посмотреть. Это круто. Его тачки, да. Вот твой любимый цвет какой? Ну, черный, белый, там, синий, красный. Subaru в твоих идеальных мечтах? Синий. Она будет синяя сегодня. Вот это. Для тебя. Спасибо большое. Санечек, вижу, ты приготовил котлетку для нас. Да. Сколько здесь? 260. 260 тысяч в проекте. Дзынь! Хэштег последние бабки. Знаешь, почему мы так улыбаемся? Потому что Женя посмотрит. Пожалуйста. Обниму тебя. Все перекупы, друзья, все. Только мы не просто перекупы. Нам деньги, это бумажки. Нам нужны эмоции, у нас есть цель. Какая? Они копят на Феррари, пацаны. Именно. Знаешь, я натуре хочу ее хорошо сделать, и чтобы кайфанул. Вот честно, вот без приколов. Хочу прям лучше, чем для себя сделать. Вот серьезно. Татарин проверяет каждую купюру. Знаешь, пока я говорю на камеру, брат знает, чем заниматься. Проверяй, ну проверяй. У меня один вопрос. Синий. Ты знаешь, какой код краски у Subaru? Конечно, брат. Ну, это уже субъективно. Вот такая, да? Я просто скилл там. Чинг. How many rides you got dirty? Well, I got a Caprice on 24s. I got a Range. Она, смотри, она в какой-то жесткий тоже. Она типа в баллончик каком-то была. Тоже, смотри.
Это не краска. Матирует Рус. Ну. Я вижу, матируешь ты. Кто этот человек? Ты чё присосался этому Субару? Я на Субару же, ёбаный, урод. Помимо того, что мы перелопатили весь мотор, все датчики, все новое, ну вы это все видели. Просто посмотрите внешку. Знаете, я считаю, Урус, я не знаю как ты, но я считаю, что мы воскресили ее. Я прям в шоке, знаешь, я целый день хожу, как дебил на нее смотрю и фоткаю на телефон, просто с разных ракурсов, знаешь, я люблю, я, знаешь, мне что понравилось? Синяя тачка, желтый каркас и, ну, желтые там, золотые колеса, охрененное сочетание. Ребята делали реально от души, делали как для себя. И, ребята, она до этого была покрашена баллончиком, поэтому мы решили освежить и придать ей субаревский синий цвет. Это Монтана, которая охрененно легла на эту краску, и она 100% лучше, чем была... Та черная, выцветшая, какая-то непонятная краска. Ну, она вообще просто, когда мы даже ее счищали, шкурили, просто у меня все руки были черные, до сих пор, кстати, от краски. Все вместе, видишь, брат. Рабочие руки, так сказать. И еще не забывайте то, что машина едет в ралли, ей охрененная такая покраска, ну, вообще не нужна. Ремонт и покраска этой тачки обошлись всего в 10 тысяч рублей. Хотите верьте, хотите нет. Как Хэдденмейт, ёпта. Умелой ручкой. Даже человек я забирал черную. Вот просто, пацаны, я забираю, все, там, предоплату, что хотите, я еду. Но захотелось сделать сюрприз. Захотелось, чтобы он охранял от машины. И я думаю, у нас получится это сделать. Поэтому что, ждем чувака, ждем клиента, ждем будущего обладателя этой, знаете, этой опытной, опытной сучки. Ждем. Совершеннолетней сучки. Раз, два, три. Прошу. Вот она. Давай, давай, как тебе? Вон я какой порядок, видишь, вообще как новая. Спасибо вам, ребята, очень спасибо большое, просто. Слушай, нам кажется ли тебе похуй? Брат, помимо того, что мы задули твою тачку в синий, мы еще прокачали твои диски. Золото. Называй себя Golden Boy. Есть. Мы тебя поздравляем. Спасибо за реакцию. Отлично. Поехали домой. Давай, Сань. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, а можете, блядь, не ставить. Пишите комментарии, подписывайтесь на наши инстаграмы. И смотрите наши следующие, предыдущие и всевозможные видосы, которые мы выпускаем. Извините, что перебил. Спасибо. Ничего так. Хорошее. Копи! Набирай!